Народ, всем пламенный хелло, приветствую вас на канале SMLVN. Сегодня из не жаркой, не солнечной Флориды, дождливый, пасмурный, уже третий день. А вчера я там сказал, что, в общем, фиг знает, как там быть с контентом, но в итоге я в BMW-центре, и сегодня будет обзор M2 2024. Ни разу ее не обзирал. Это будет любительский обзор, не забывайте, что у меня контент любительский. Я автолюбитель такой же, как вы, и не профессиональный обзор. Когда вам нужно посмотреть Дага там или так далее, это другая тематика. А у меня же все-таки обзоры любительские, поэтому я буду делиться своими впечатлениями, как вот так вот между собойчиком у нас там в гаражах. Итак, давайте посмотрим. Значит, друзья мои, первое, что хочу сказать, что не забывайте, что машина... это ваше удовольствие. Она должна быть всегда в удовольствии. Поэтому, когда я приобретаю для вас автомобили из автосалонов, а я занимаюсь только автосалонами, то есть новыми или с небольшими пробегами машин, то я, соответственно, предоставляю вам возможность купить себе автомобиль для души без всяких каких бы то ни было головных проблем. То есть мы проверяем, делаем ТО и так далее. Поэтому, в общем, мы, вот видите, вот ребята покупают себе, вот стоят менеджер Патрик, вы его знаете, я уже показывал, показывает машину, да, и, соответственно, посмотрите, люди выбирают машину для души. Это, понимаете, это не надо ждать. Не надо ждать ни в коем случае, что когда-нибудь вы купите себе машину. Ребята, жизнь одна, вы не черновик пишете, поэтому возьмите и позволяйте себе. Это ваша возможность, которая может быть только сегодня. И даже если вы попытаетесь отложить это на завтра, то сделайте это, ну, как минимум завтра. В общем, машина, ребята, это особенно... То есть не надо мне рассказывать, что да, там есть компромиссное решение, зачем я буду тратить такие деньги, я куплю китайца. Ребята, компромиссы не для нас. Компромиссы для тех, кто готов сдаваться. А мы не готовы сдаваться, мы готовы покупать для себя все, что правильно, самое лучшее. Поэтому есть идеологические автомобили, которые мы любим, знаем, понимаем и очень... как бы ценим. И когда мне люди звонят и говорят, я хочу себе купить там, и люди такие не молодые, да, там Porsche 911, потому что чтобы он был, вот я этих людей понимаю, это просто огромный респект, потому что эти люди готовы, вот, понимаете, готовы, короче, на все. За свою мечту, за свои возможности, чтобы просто однажды просто взять и прокатиться. Да, может быть, будет и потеря в деньгах. Да, может быть, это дорого. Да, я все понимаю. Но, ребят, для чего мы с вами работаем и живем? Для чего мы все это делаем? Для того, чтобы позволять себе немного больше, чем это позволяют себе другие, да? Каждый на своем уровне. Я понимаю, что не ко всем относится. Но я хочу, чтобы вы смогли и желали позволять себе большего. Итак, именно... по этой причине я буду показывать вам сегодня М2, потому что такой автомобиль реально... У меня был вздык, я все-таки делал это, я покупал, помните себе, М440, то есть, да, потерял на ней денег, да, но я накатался, я сказал, я сделал это, у меня был, я теперь знаю, то есть я испытал эти эмоции, за которые заплатил. Ну, мы платим в данной ситуации точно за эмоции. Итак, новый М2, значит, что у нас здесь... Ну, на самом деле, не такой уж он уже и новый, да, он уже есть, и обзоры давно, и все. Но я вот так вот, чтобы мне представилась возможность прямо его пощупать, потрогать, посидеть, хотя бы, да, потому что, ну, поездить тут не получится. Но, в принципе, все, как один, даже обзорщики говорят, что машина, она, и учитывая то, что у нее, в принципе, и очень много что досталось от более старших братьев, там, М3, М4, да, у нее, в принципе, много всего общего, и она, в принципе, на уровне с тем, что лично у меня уже было, и не только во здравии, а во владении, поэтому, в принципе, я не думаю, что здесь можно получить и там намного больше эмоций. Хотя, безусловно, это машина для эгоистов, это машина для пижонов, это машина для тех, кто явно не как бы не владеет только одним автомобилем. Это явно, наверное, даже не второй, а, скорее всего, третий или четвертый автомобиль в семье, если он есть. И машина, которая, в принципе, вы можете подъехать, не знаю, к своему офису, проехаться как-то так с ветерком по хайвей, да, или вот так вот где-то по городу, но и при этом вы можете выехать куда-нибудь на трассу, где вы можете дать ей как следует под хвост, и, соответственно, она вас довезет. Но вот эти вот всякие, вот эти вот очень-очень такие классные штуки, которые, конечно... Ну, кстати, единственное, я уже тоже по обзорам смотрел, что вот здесь вот, конечно, все вот это вот все дело открыто, и это не гуд, потому что могут камни попадать, но в целом
вид у нее все равно бомбический, эти тонированные фары, вы знаете, у него реально какой-то такой змеиный прищур, и сама морда, вот посмотрите, если я вот так вот вам вот покажу, то, ну реально, морда прямо змеиная, очень уж такие глаза, как у кобры, вот эти вот, еще классические воздухозаборники, то есть вот это вот не совсем классические, а вот это вот классические. В общем, вид у нее, мне кажется, очень классный. Единственная первая вот модель, которую ходили, они были такого как бы фиолетово-голубого цвета, мне он зашел не очень. А вот белый цвет, мне кажется, он и объема добавляет, и смотрится очень классно. Посмотрите, какие у нас здесь двухстволочки. В общем, мне очень нравится. Как я говорю, как третья-четвертая машина. Мне кажется, очень даже ничего. Что скажете? И обратите внимание, вот эти вот утопленные ручки тоже теперь. Ну, вы знаете, в сравнении, кстати, с тем же самым 911, где, в принципе, практически полное отсутствие багажника и отсутствие, ну, практически полное второго ряда, да, он там опцион, но его все равно не хватает. То есть здесь, в общем-то, ну, так скажем, поджав сильно коленки, но можно сесть даже взрослому. И здесь достаточно большой багажник, по-моему, 310 или даже больше литров. То есть, давайте посмотрим, вот так вот. Посмотрите, огромный, реально огромный багажник. То есть здесь поместится у вас все, все ваши эти вещи и чемоданы, и все. То есть вы не лишены багажника, и это безусловный плюс. Давайте смотрим дальше. Кстати говоря, что у нас под капотом? Под капотом у нас стоит 3-литровый двигатель мощностью 460 лошадиных сил. В принципе, за глаза хватает. И понятно, что никаких проблем с этим нет. Хотя машина достаточно тяжелая. И со слов обзорщиков говорят, что она весит 1700 тонн. Ну, это достаточно много. Вот эти ручки очень классно сделаны. Двери тяжелые, знаете, BMW-шные двери такие, которые вот, если кто помнит старые какие-нибудь там версии E39 и так далее, вот E53, у него были достаточно тяжелые двери, им не нужны были никогда доводчики, потому что как только ты толкаешь дверь, она сама по себе закрывается, никаких проблем нету. А в опциях доступны два вида кресел. Вот это вот кресло классические, спортивные, и можно брать ковши, которые у вас будут карбоновые, короче, ну, видели, да, наверняка, здесь посередине будет такая, этот, еще выше пластиковая боковая поддержка, и также доступна версия еще на механике, но со слов, опять-таки, тех, кто машины себя обозревал, то есть механика, ну, такое себе, и, в принципе, конечно, в использовании в городской среде это уже не так классно, и она не соответствует требованиям, то есть проще здесь ездить с хорошими настройками на автомате, опять-таки, со слов профессионалов. Ну, я вам тут сказать не могу, мне просто учитывая то, что я не гонщик спиди, я понимаю, что вряд ли я выйду на покатушки на такой машине, а как бы вот этот кич, он мне, конечно, удобнее и комфортабельнее с автоматом, тем более он, опять-таки, со слов профессионалов, вполне себе позволяет все, что угодно. Здесь, несмотря на такие вот интересные кресла, в общем, и подголовник регулируете, все это регулируется. В общем, все это классно и здорово. И, ну, давайте сядем вовнутрь и посмотрим. Опс! Насколько это, конечно, удобно. Ну, скажу так. Мне кажется, что, конечно, это лучше, чем 911. Кстати, смотрите, на картах дверей вот такие вот вставки. И вот эти вот М цвета, здесь фактура такая интересная, тоже такая, ну, в общем, меня машина приятно, так, знаете, заряжает драйвом, и в этой связи кажется, что, ну, как-то начинаешь себя чувствовать немножечко с большими желаниями, чем, допустим, есть когда на какой-нибудь Тойоте, да. Да простят меня этого вода, то есть я понимаю. Сейчас давайте мы не будем вдаваться в вопросы надежности там и так далее. Сейчас вообще не об этом. Я говорю про людей, которые не думают о том, что, сколько сэкономить, сколько будет жрать и так далее. То есть это совсем другой уровень. И этот автомобиль явно как бы не для того, чтобы разбирать, сколько раз вы зайдете на автосервис. Кстати, смотрите, здесь у нас с вами панорамная крыша, причем именно не люк, а панорамная крыша. Большое зеркало. Ну,
Везде карбон. Беспроводная зарядка, понятно. А подлокотник сделан алькантарой с надписями M-Performance. Очень приятно под руку. Прям шикарно. И здесь у нас тоже вот эти карбоновые вставки. Ну, вот эти вот фишки вы знаете, да, что две кнопки M, это, в принципе, у нас режимы, которые вы можете себе спортивные выставить сюда и сюда, нажать и одним нажатием приводить свои любимые режимы в то, когда у нас, там, в дрифт спуститься, да, или там еще что-то. То есть, вот, пожалуйста, вот у вас здесь все сюда вы можете запрограммировать, и вот ваши две эти кнопочки будут для вас. Вот для олдскульных ребят, которые любят классику, которые, в принципе, готовы там, к тому же самому 911, да, который тоже не сильно там претерпевает какие-то бешеные изменения. Ну, вот это вот BMW тоже об этом. Дизайн, то есть, я говорю, я просто, люди, которые будут писать там, не знаю, в комментах, что да вы там китайцы, вы не... Ребята, вы вообще ничего не понимаете в машинах, потому что это ни в какое сравнение, ни с каким вообще... как бы современным автопромом, это там сложно сравнивать, это можно сравнивать только среди классики, там каких-нибудь, не знаю, вот таких мастодонтов, типа там BMW, типа Porsche, да, Mercedes-Benz, конечно же, то есть тогда Audi RS-ки, да, которые, ну, это совсем другие технологии, это совсем другие победы, завоевания и так далее, то есть туда, в общем, совсем другая история. Поэтому какие возникают ощущения? Ощущение, что ты все можешь, все подвластно, что ты всего в жизни добился, что сейчас ты просто вот такой, знаете, там 45-летний, 50-летний человек, который, несмотря на свой возраст, чувствует себя на 26, но ему больше не надо копить деньги. Он просто берет и покупает себе тачку, которую, с которой он будет с удовольствием ездить по своему любимому городу, приезжать просто под там такой, знаете, иногда когда чуть-чуть там стартанешь как следует, такой, подъехал такой, вот это, знаете, проскальзывание. И это другое, это энергетика. Это ваше я, которым вы заявляете, что вы в этой жизни точно уже как бы добились всего. И вы пересели там от водителя заднего сиденья за вот этот вот автомобиль или за Porsche 911, там за, не знаю, за... короче говоря, то, что точно у вас вообще точно даже не второй автомобиль, а возможно и не третий. И здесь, безусловно, про то, что вы еще горяч, и вы еще могете вот так вот, да? Поэтому, ну что, самое главное, давайте посмотрим опцион и посмотрим ценники. Я тут вас заряжаю практически как коуч. Значит, о чем у нас с вами здесь цена? Значит, MSRP price 63 тысячи. Что не так уж и плохо. Shadowline Package, то есть, ну, все знают, профи, что такое Shadowline. $300. Shadowline Package, плюс у нас выхлоп в черном, то есть $650, это уже идет следующий Latin Package, а это $300 всего. Latin Package, это $650, значит, остальное у нас все-все-все, включая вот эти замечательные диски, это идут по умолчанию. Мне очень нравится, кстати, у вас... суппорта доступны в синем и в красном цвете только. Просто еще бывает в черном иногда, здесь в черном нету. $800 Carbon Fiber Trim, ну это вот вставочки, собственно говоря. $200 у нас Parking Assistance, не знаю, уместно ли тут вообще. Беспроводная зарядка еще $200. И Head-Up дисплей у нас $1100 стоит. Ну, здесь не помешает, потому что чем больше у вас информации и на приборах, и там, то есть понятно, что там все информативно классно, тем, в принципе, на этой машине, мне кажется, лучше. Ну, и все остальные всякие, как бы, мелочи. Итого 68 625. Вы знаете, вот теперь давайте мы сравним с вами с, как бы, одноклассником, который тоже кич, да, который, я понимаю, что, конечно, ну, опять-таки, я нисколько не умоляю, я понимаю, что в случае там Porsche, да, это еще более такой респектабельный автомобиль, еще более спортивный, и, конечно, там, пускай даже на голову будет выше, окей, я согласен с этим мнением, нисколько не буду с ним спорить, но согласитесь, когда мы говорим про все-таки понты, да, вот давайте так откровенно говорить, про то, когда это кич, когда, ну, $68 000 за вот этот автомобиль или 100 тысяч за 911. Вот тут бы я подумал, и вот тут бы я подумал, в два раза дороже,
Но с другой стороны, если вы уже готовы отдать вот здесь вот семидесятник, то чтобы не отдать и сотню, наверное, да. Но как вариант для тех, кто, допустим, принципиально не любит Porsche, а вот надо что-то такое подобное, и чтобы тоже удивлять, то вот вам, пожалуйста, тот же самый М2. Почему нет? В общем, ребят, пишите свое мнение, что вы думаете на этот счет. Купили бы вы себе как третий или четвертый автомобиль. Я понимаю, ребят, я понимаю, что не у всех ситуация такая, что можно там взять и купить, но мало ли. Но если вам совсем, короче, вот это вот все не good, то, ну, во-первых, есть вот Label Red. Это самый дорогой XM. Кто меня постоянно смотрит, знает, я показывал уже. 192 тысячи у нас сегодня прайс, то есть с налогами будет плюс 19 тысяч примерно. Но есть вот такая вот красотка ТОСа, модель Monocoque. У нее единственная сейчас, ребята, у меня нету здесь прайса, но это многим дороже, чем М2, потому что это вообще уже как бы запредельно. Вот, кстати, вот такие сиденья можно доставить в ту машину. Вот о чем я говорил, это как раз таки, это у нас, конечно, CSL версия, и она вот в этом цвете идет. Но здесь, к сожалению, сейчас нет цены. Я сейчас гляну, спрошу у нас у менеджера. Patrick, do you know price? That's a pre-on. Yeah, I know. Это у нас машина с небольшим пробегом, у нее 365 миль всего. И сейчас я вам скажу на нее прайс, сколько она стоит. Ну, 235 сейчас тоже покажу уже до кучи, коль уж я тут взялся. Значит, ребята, это best price. Просто best price. 122 тысячи. Ребята, их продавали 150, 160, 180. Цены доходили до... Это сейчас, в настоящий момент, 122 тысячи долларов. Так, сейчас вы уже все Telegram. Не забудьте подписаться на Telegram, Instagram у меня. В общем, ребята, сегодня я вам так пробежался. А, ну, двушечку вот эту еще давайте покажу. Кстати, по морде она тоже очень классно смотрится. Это у нас с вами M235 X-Drive. А, еще один нюанс забыл рассказать про ту модель. Ее не бывает на полном приводе. В настоящий момент недоступны вариант на полном приводе. То есть она только заднеприводная версия. Вот это тот такой момент, который я вам забыл рассказать. Ну и здесь у нас, короче говоря, версия 2 литра. Twin Power 55-835. Ну, здесь машина несколько такая более гражданская версия, но еще с предыдущей панелью. Упс. Да, еще все по старинке, вот так это назовем. Хотя мне вот это вот очень всегда нравилось. Я еще как бы... Мне кажется, это одна из самых удачных таких вариантов было. Но... Смотрите, как интересно тут. Прикольно сделано. Такая тоже с подсветкой. Интересно. Ладно, ребят, все. В общем, сегодня я вам еще ролик такой закатал. Надеюсь, он вам зайдет. Надеюсь, вы посмотрите. По вопросу заказа машины у меня будет ссылка на Инстаграм и Телеграм мой в первом закрепленном комментарии от меня. Поэтому, если что, пишите.